Всем приятного дня! Не так давно я заказывала на New Chic рюкзаки, сумки, обувь ребенку и сапоги себе. Ко мне приехало абсолютно все, кроме сапог. Я вам говорила, что едут еще джинсовые сапоги. Я их ждала всех дольше. И в отличие от всего остального заказа, они ко мне приехали курьерской службой. Все остальное ехало по Почте России. Сапоги приехали, хочу вам их показать. Мне они внешне понравились на данный момент очень. Ткань джинс, подошва резина. Очень интересное вот такое решение. Если у вас широкая нога, они будут хорошо. У меня нога узкая, я это знала, что голенище будет широким. Это соответствует модели. На фотографии, на моделях тоже было видно, что они такие расширенные. Поэтому под джинсы, под леггинсы будут смотреться, ну, так оригинально. Нравится черная подошва. И вот этот карман, он не обманка. Это действительно сбоку идет карман. Размеры были, когда я заказывала, разные. На сегодняшний момент остался один размер уже у них. И было три расцветки. Джинс такой темно-серый с разводами, голубой и синий. Я брала голубой, вот, по-моему, голубой и остался еще. И сейчас на данный момент там 39 размер. У меня свой 37. Очень часто на New Chic я беру себе 38, и это соответствует 37. В этот раз размер, оказывается, был в размер. То есть мне нужно сюда носочек поддеть, либо вставить еще одну дополнительную подошву, ну да, подкладку внизу. Поэтому они мне чуть-чуть совсем великоваты. Можно было брать и 37. Каблучок 4 сантиметра заявлено, но мне кажется, если только вот даже здесь, ну, вот по этой вот, если только стороне 4, вот здесь вот повыше. Каблук не 4 сантиметра, он выше. Может быть, вот от этого места, если вот по этой стороне, то 4. Если брать заднюю часть, то выше. Очень красивые сапожки. Они подходят весна, лето, осень. Вот так они выглядит внутри. Зимой это не подходит обувь. Я брала на весну. Хочу заказать себе джинсовую еще сумку, либо рюкзак, чтобы прямо вот попасть в тон хотелось бы, чтобы было прямо как набором. Смотрите, какая декоративная такая симпатичная морская пуговка. Как всегда, мои кошки дерутся. Сапоги интересные. В целом они мне понравились. Буду носить под белую куртку. У меня есть палантин, синий такой, голубо-синий шарф. И вот надо рюкзак, либо сумку выбрать джинсовую, именно чтобы была джинсовая. Покажу, как смотрится на ноге. На улице сейчас проливной дождь, поэтому на улице снимать не буду. Наверняка где-нибудь просто дома сфотографирую на ножке сапожки. Но ссылку на них я обязательно оставлю на интернет-магазин New Chic, тоже оставлю ссылку. Я уже сделала там следующий заказ. Надеюсь, он тоже будет интересным. Ну, будем ждать, смотреть. Мне нравится у них смотреть обзор товаров, потому что он каждый раз какой-то разнообразный. У них свое видение. Ну, не знаю, у них какая-то своя подборка вещей, которая не похожа на многое другое, что я вижу представлено в других магазинах. Сапогами осталась довольна. Как будут носиться, пока не знаю. Могу сказать только весной. Приходят они в пакетике, который я положила. Висела еще вот такая бирочка. Но это, наверное, больше для, ну, что-то почтовое такое. Ну, на ножке вы уже наверняка увидели. В целом, заказом очень довольна. Редко, что меня не устраивает на New Chic. Бывают какие-то казусы, но в целом товар приходит отличного качества. Цены высоковаты, может быть, кажутся. Но тут джинс действительно натуральный, качество хорошее.
Ну, встретимся в следующем кусочке. Про сапоги я, наверное, уже закончила. Интересные. Это моя святая святых косметическая. Знаете, девочки, чем занимаюсь? Я выбираю на проект Project Pen на следующий год косметику. Ой, нелегкая эта задача. Тем более я вам обещала выбрать разумное количество. И что вы думаете? Это уже столько я под вопросом наложила. Ну, не знаю, может быть, все возьму, буду ковыряться, что получится, туда использую. Может быть, отложу что-то. Ну, не знаю пока. Плюс у меня такой вопрос, девчонки. Есть продукты, которые с этого проекта остались недоиспользованными, но мне бы их хотелось использовать все-таки тоже. Вот надо их добавлять в следующий проект или нет? Не все, но кое-что. У меня просто в 2018 году была подобная ситуация. И благодаря тому, что некоторые продукты перешли в 2019 год, они доиспользовались. Те, которые я оставила в косметичке, просто вынула и оставила, они так и лежат. Поэтому вот под вопросом. Может быть, то, что реально доиспользовать, я все-таки тоже оставлю. Но пока следующие продукты в другом месте. Помад у меня много. Сама с огромным удовольствием в них ковыряюсь, разбираюсь. Тут у меня закрома, хайлайтеры, бронзеры, румяна. Ну, румяна у меня отдельно, вот они все румяна здесь. Ну, конечно, большая доля еще что-то в косметичке, что-то в проекте, что-то уже перешло сюда. Тут у меня, а вот еще румяна здесь стоячковые. Здесь пудры, которые в проект на следующий год не вошли, тональники, которые не вошли. Здесь маленькие запасики у меня даже есть. Ну и там дальше все тоже хайлайтеры. То, чем я пользуюсь. Здесь у меня пара зеркал. И в основном запасы туши, лайнеры, карандашики черные. Это вот тут. Здесь тени однушки. Горячо любимые. Которые я хочу потихонечку тоже брать и использовать. Но я их часто беру в использовании. Немножко расхламилась. Из баз у меня остается на следующий год вот эта база и база в виде пигментов и жидких теней. У меня было еще три базы, которые у меня уже в пустых баночках. Я с ними буду прощаться. Хорошие базы, но так как у них сроки уже позади, я с ними буду расставаться. Кое-что я тут еще разобрала в пустышке. Что-то выкинула, не дожидаясь расхламлений разных. Не люблю я делать грандиозные расхламления. Мне что-то не понравилось, я избавилась. Что-то хорошее взяла, отдала, подарила. Но не хочется ждать каких-то таких грандиозных расхламлений. Меня они немножко угнетают. Вот. Ну вот в целом ящик выглядит у меня косметически так. И тени у меня лежат отдельно. Большие палетки. Здесь только однушечки. Ну и хорошая доля у меня косметики по столу. Видите, уже получается в следующий проект гора. Современный проект у меня в другом месте. Косметичка на 10 дней тоже отдельно. И что-то с прошлых косметичек еще по столу размазано. Получается, у меня, наверное, еще можно такой комодик собрать из того, что у меня находится под рукой. Вот, хотела показать, потому что девочки иногда просят, говорят, скучаем по твоей горе косметики. Иногда в нее надо заглядывать. Вот это у меня румяшка под вопросом осталась. Не знаю, брать ее или нет. Хочу я вот, может быть, хотя бы до дырочки ее довести. Но двое румян в проекте, мне кажется, многовато будет. Хотя те, которые я сейчас взяла, они уже такой с хорошей дырочкой. Ну, давайте, наверное, может быть, вот эти тоже возьму. Они мне так нравятся. Я думаю, они у меня будут часто в использовании. Ну, а остальные буду просто использовать, когда будут в косметичке попадать. Тут уже остальные не так хорошо использованы. Наверное, еще побольше использованы вот эти вот от Mary Kay. Но тут большая граммовка, и вряд ли их используешь. И у них очень сильная пигментация. То есть с такой пигментацией вряд ли продукт
возможно истратить. То есть вот прямо едва наносишь, едва кистью касаешься, и большая громовка. Видно там прямо он. Лунгт хорошая. Вот. Тут в хайлайтерах нет таких вот прямо явных ямок, которые есть, я уже взяла в проект. Поэтому здесь просто в использовании что-то остается. Помады тоже я в основном выбирала, которые либо начатые, либо вот подобные вот этой, которые просто имеют дико талые текстуры. Они быстро заканчиваются, потому что их едва наносишь, и сразу прямо стик тает. Такие прямо как масляные они. Я вот таких набрала еще. Вот они. Взяла с блестяшечками. Но я все это покажу. И два блеска. Вот думаю, третий взять или нет. Обычно у меня один блеск в году заканчивается. Но я заметила, что если регулярно использовать, может быть и быстрее. Не знаю, добавлю я еще в этот влог. Скорее всего, тут будут сапожки, да вот так немножко косметики. Если еще кусочек какой-нибудь добавлю, то значит еще не прощаюсь. Но если что, тогда уже буду прощаться.